Более 20 лет Елатомский приборный завод занимается производством медицинской техники. На одной из выставок продаж этого предприятия побывала народная артистка России Валентина Илларионовна Талызина. Валентина Илларионовна, очень приятно, что вы оказались на нашей выставке. Скажите, пожалуйста, все-таки откуда же вы узнали, что вот есть наш Елатомский приборный завод? Как вы узнали, что есть такие качественные физиоприборы, которым пользуются не только у нас в России, но и во всем мире? У меня есть приятельница Нина. Она живет в городе Серове. Она мне позванивает. И когда она меня спросила, как вы себя чувствуете, я сказала, вот болит спина. Она говорит, а вот есть такой аппарат «Алмак». Мне почему-то вот доверие и к Нине, во-первых, и к вашему заводу. Валентина Илларионовна, приобретая аппарат «Алмак-02», вы теперь сможете справляться с дискомфортом состояния в позвоночнике, в суставах, при многих воспалительных состояниях в каких-то других местах и при боли. Так вот, вы как считаете, вы будете активно его использовать? То есть вы добросовестный пациент, так вот, если можно назвать пациентом? Мне кажется, я добросовестный пациент. Вообще-то я человек ленивый, но думаю, что пациент добросовестный. Ну, это, знаете, есть такое выражение, пословица есть такая. Когда жареный петух клюнет, то уже будешь все делать четко. Валентина Илларионовна, какие пожелания вы хотели бы высказать нашим телезрителям? Ну, я хотела бы пожелать здоровья, во-первых. Здоровьем все-таки надо заниматься, ну, так, немножко пораньше, чем я начала. Клюет петух. Опередите того петуха. Да, опередите того петуха. Да. А вообще, конечно, это хорошо бы было, если бы это у каждого человека был ваш аппарат. Приобретайте «Алмак» по выгодной цене с 6 по 10 мая в Нефтекамске, в аптеках «Ливзея», в магазине «Домашний доктор», в магазине «Медтехника» и аптеках «Фармленд». Действуют заводские цены со скидкой.